Чиновник из района Туркестанской области заказал убийство журналиста. 3 января киллеры напали на дом журналиста газеты «Сарыагаш.инфо» Амангельды Батырбекова. Им удалось ранить его сына. Сам мужчина не пострадал. Жизнь журналиста заказчики убийства оценили в 5 миллионов тенге. Правоохранители предположили, что нападение связано с профессиональной деятельностью журналиста. Эта теория нашла свое подтверждение. Покушение на жизнь журналиста совершили двое жителей Шымкента. Они пытались скрыться и добирались в Шымкент окольными путями через Шардару и Арысь. А потом выяснилось интересное. Оказалось, что за убийство заплатил чиновник. Ранее у них с журналистом были конфликты. Они несколько раз судились. Корреспондент критиковал работу чиновника, и тот обратился за помощью к своему бывшему подчиненному, который нашел посредника и исполнителей. В общей сложности сейчас задержано 5 подозреваемых, причастных к этому преступлению. Они находятся в изоляторе временного содержания. В качестве вещественного доказательства были изъяты 2 автомашины, ВАЗ, купленные именно на деньги, добытые преступным путем. В данный момент установлено, что один из жителей Сарыагаш.инфо, а именно чиновник, заказал журналиста.